С тем, как строят дороги в Уральске, ознакомились сегодня мы жилисмены. Проспект Абулхаирхана, одну из наиболее оживленных автодорог города, начали ремонтировать в конце мая. Средний ремонт 3 километров будет проводиться в течение полугода, но строители обещают завершить работы раньше. А кроме этого объекта, в Уральске сейчас реконструируют автодороги на 5 улицах и проводят капитальный ремонт на 3. Многим подрядчикам из-за удорожания сейчас не хватает денег, они не укладываются в ту смету. Для того, чтобы убедиться, что действительно нужно выделение дополнительных денег, финансирование, необходимо такие объекты, конечно, воочию посещать. К ней особое внимание, потому что она была обещана в нашей предвыборной программе. Очень долго здесь жители просили о ремонте этой дороги. Один тепловоз у нас на все отделение дороги работает, это начиная от Чингерлау до Озинок. Сейчас началась проблема с битумом уже, то, что вагонов нет.